В 2020 году на развитие сел и деревень республики в рамках всех действующих программ выделено более 4 миллиардов рублей. Реализовано свыше 3000 проектов. За этими цифрами новые дома, дороги, школы и сады, сельские клубы. Жить как в городе. В благоустроенном доме с хорошей инфраструктурой, иметь работу, ездить по надежным дорогам и смотреть кино на большом экране. С помощью различных государственных программ и создается комфортная среда проживания на селе. В Урмаево Комсомольского района реализуется проект по компактной жилищной застройке. Вместе с домами здесь появился свет, газ, вода и автомобильная дорога. Динамично развивается и шигырданское сельское поселение уже в соседнем Батыревском районе. Здесь активно строится молодежь. Она же создает бизнес. Зачем уезжать из родного села, если есть работа и достойная заработная плата? Уже 3 года Эльмир Земдиханов развивает собственное дело. Он открыл кониферму, где выращивает лошадей. Его примеру следуют и другие. Предприниматели создают рабочие места в особенно востребованных сферах, отметил глава республики в ходе своей рабочей поездки в южные районы республики.